Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, награда за Лигу Мастеров. Правда, пока одна звезда, ничего страшного. Так, открыть колоду вперед. И с песней. Так, здесь нам ничего не выпадает. Ладно, ничего страшного. Так, пройти серию испытаний. Это говорит о том, что, ребята, мы переходим с вами на второй круг. А второй круг, это говорит, что скоро мы пройдем смятение с другого измерения, да? Так, начнем с Кирби. Ну, вообще-то они первым как бы начинают, но давай бомбочку бросим. Так, теперь Кирби. Ребят, вот вы пишете, да? Себя не показываешь, а ставишь аватарки, они отвлекают. Ребята, а когда я себя показываю в камеру, не отвлекает? Если я вам говорю, если я сейчас болею, ё-моё, блин, понимаете? Болею, я сейчас не в лучшем виде. Опухший, размягший, как этот, как губка, ё-моё. Я себя не хочу выставлять на показ в таком виде, поэтому я и ставлю аватарки. Или маски, как вы их называете. Не знаю. Бесят они их, понимаешь ли. Не буду тогда ничего ставить вообще. Так, ладно. Что нам сделать-то надо здесь? Ну, давай сразимся. Опять же, по поводу слэша. Прокачка его будет у нас. Так, 14 кружек нам нужно найти, да? Так, 14 кружек. Одну мы нашли. Вторую... Так, ну две кружки уже в запасе есть. Ну, две и все. Так, о, третью нашли. Три кружки. Так, четыре. Пять. Ага, пять кружек. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 9, 10. А нам нужно, блин, 14, да? 11. Ну, господи, ну. 12. А, у меня уже пицца кончилась, ё-моё. Да, еще две кружки, друзья мои. Ну, не нашел я их. Не получилось. Так, а теперь, что, в магазин? Зайдем в магазин именно в предметы, именно в жетоны. Нафиг мне жетоны-то? О! Вот это, ребята, обязательно нужно пройти. Ну, ты понимаешь, зачем? У нас и так, у нас вообще, ребята, очень мало телепортов. Там, по-моему, где-то 70 штук, да? Если мы сегодня еще будем фармить. Сегодня, кстати, что за день недели? По-моему, четверг, если не ошибаюсь. Где мой телефон? Твою, налево телефона не вижу. Слушай, ну, по-моему, четверг. Вот. Значит, событие, получается, завтра у нас будет, да, с черепашками? Хотя, может быть, сегодня пятница. Подожди, по-моему, сегодня пятница, ребят. Так, вот, у меня планшетик тут. Сейчас мы глянем по планшетику. Что у нас сегодня за день недели? Так, сегодня пятница, 4 ноября. Так, через 3 дня, ребята, идти на прием. Но я не знаю. Я лично глухой на два уха. Голос не восстановился, связки, как говорится, не восстановились. По-прежнему кашляю, по-прежнему вялость, слабость. Ну, в общем, все отсюда вытекающее. Не знаю, что буду делать. Выпишут, не выпишут, фиг его знает. Я боюсь, знаете чего, ребята, я боюсь осложнений. Я боюсь, если меня опять выпишут недолеченным. Я и сидеть-то не хочу на больничном, если честно, долго, блин. Потому что я теряю во всем. И зарплата у меня теряется, соответственно, потому что больничные платятся меньше, чем я, когда работаю. А платежи, извини меня, никто не отменял, очень много чего платить надо. Вот. И в то же время я не хочу осложнений, если она вдруг меня выпишет недолеченным, как бы еще хуже не было. Вот что я боюсь. Что если я слягу, не дай боже, то слягу уже все, надолго, блин. Еще фиг знает с какими последствиями. Вот как бы, что хочешь, то и делай. Понимаешь? И работа у нас такая, что нет возможности, как бы тебе сказать, отсидеться, отлежаться, ну, просочковать или еще что-нибудь. Нет такой, ребят, возможности.
Так что вот я даже не знаю, что и делать, блин. Ладно, посмотрим. 3 дня еще есть, может быть, как-то полегче станет. Теперь у меня, ребята, я в тот раз говорил на одно ухо, да? Слышал. У меня теперь 2 уха заложило. Я ничего не слышу, что-то там внутри щелкает. Как будто, я не знаю, что-то... Как будто, знаешь, когда вода попадает, когда вот с ванны выходишь или с душа. Или с бассейна, да, вот с бассейна лучше. Когда вот ныряешь, вот, типа, заложило тебе уши. То же самое, но только я вот воздух пытаюсь, как бы, щеки надувать, знаешь, когда продуваешь воздух через уши, не получается нифига. Так что, блин, трындец какой-то. Просто трындец. Так, ладно, ребят, это мы заработали. Так, теперь пойдем-ка мы, наверное... Сегодня же пятница, сегодня мой любимый... Так, подожди, где у меня? Да, мое любимое испытание. Вот оно, ребятушки, вот оно. Так, и знаешь, что еще? Так, дай-ка я, наверное... Да, Криса возьму. Че я хотел сказать? Тьфу, ты сбился, блин, с мысли, ё-моё. Ладно, может быть, вспомню. Так, этого события мы про... А, вот, ребята, хотел этот... Дракон и всадники Олуха запустить. Блин, не запускается что-то. Не могу зайти, и все время обрыв соединения, обрыв соединения. Как всегда, вот эти вот проблемы меня уже раздражают, если честно. Что не можешь зайти в игру. Так, 3-я волна. Так, ну давай, наверное, маузеров отправим туда к ним. Угу, добивка. И бежим дальше. Тыч-тыч, пошеечен такую дал. На, молодец, спасибо. Так, Крис Брэдфорд, ну, попросил помощи. Так, подожди, вот так сделаем. Ракетами давай. Давай ракетами. Заодно ослабление, если что, повесим. Это не ослабление, это, ребята, антииммунка, так скажем, что ли. То есть он не сможет на себя повесить иммунитет. Ну, как-то так. 60 баксов, ой, хорошо, ребята. Так, еще 15 сыра сверху тратим. Ну, поверь, это событие того стоит, ребят. Потратить тут, как говорится, много сыра, много всего, но... И награды, в принципе, солидные. Так, у нас всех, ребят, абсолютно постепенно. Ну, давай так сделаем. Хотя можно было бы просто шариком бомбануть и все. Они в любом случае откатились бы. Так. Ну, давай маузеров, так уж и быть. Выпускаем маузеров. Так, сегодня, не знаю, ребят, наверное, попозже вампирчика для 2-го канала поиграем. Наверное, так будет. И на 3-м канале вышло сегодня 3 серии по машинкам. По разным играм, так что заходите, смотрите. Если кто еще не видел. Или, чтобы не бегать с канала на канал, вы можете это сделать элементарно, зайдя на тот же самый Яндекс.Дзен. Там все видосики выкладываются, то есть со всех каналов выкладываются в один ряд. Единственное, что, ребята, видео, которые больше 20 гигабайт, а такие у меня есть, они не выкладываются. То есть их все равно в любом случае придется смотреть на 2-м канале. Такие игры, как... Ну вот, например, сейчас мы играем во что? Санаби. Да, да, там, по-моему, 2 серии не поместились. Ну, видишь, вот на Ютубе нет ограничения по размеру, да? А вот в Яндекс.Дзене есть. Не выше... Там не выше 10 или 20 гигабайт, я уж точно не помню. Ну что, еще 20 сыра тратим. 100 жетонов, ребята, 100 жетонов. У нас уже практически... Накоплено на 3 ДНК, но здесь 100 жетонов просто сверху получаем. Ну что, давай. Тыч. Прописал мне, да? Мы в ответку. Угу. Давай так сделаем. Ну, Донни не железо, понятное дело. Так же, как и Леонардо. Так, а здесь 6 волн. Угу. Ну, вот здесь вот, вот с этими ребятами нужно побыстрее разбираться, потому что тут Майки, тут Лео, тут очень много хила у них, скажем так. В плане! Эй, так не шути. П
пришлось целый суперудар от Крынга, ребята, здесь задействовать. К сожалению. Ну-ка. Так. Ну давай. Раз. Оу-оу-оу-оу, раз. Да вы серьезно, что ли? Ёпрсеты, блин, ни одного, ни другого не завалили. Да что за дела-то, эй? Ну, ракеты попробуем. Давай, Крэнк, не подведи. Так, ну это понятно, это потому что под уклонением. Все, выгасили мы его. Так, теперь оригиналы. Смертельную волну. Прописываем сюда. Еще раз прописываем. Так, добьешь этого? Так, Рафаэль. На. Предпоследняя волна, пятая. Здесь у нас черепашки видения. Ну кого? Ну давай так начнем, наверное, с Майки. Можно было бы, кстати, отхил повесить. В принципе, он бы не помешал бы здесь. Плюс защита. Смотри-ка, как хорошо помогает, а. Давай, наверное, я бафну нашу команду. Хорошечно. Так. Ой. Это что за... Я не понял, ребят. Не вздумай. Срочно, срочно, друзья мои. Ну-ка. Да ладно. Че, серьезно, что ли? Так, он усиливает команду. Ну-ка, пулеметная дробь. А, он еще и броню себе повесил. Так. Запрет на хил, ребят. Прикинь. Он запрет нам на хил сделал. Ну давай, 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 попробуем массовую атаку. Все, все, ребят, победа. Фу, повезло. Повезло по крупничку, друзья. По крупничку, завалили мои, короче. Отлично, полетели. Слушай, я за Криса переживал, если честно. Думал, его все-таки накумарят. Но нет, все обошлось. Вот и все, друзья мои. А теперь идем, соответственно, в магазин, в предметы. И покупаем еще с вами 3 ДНК. Итого нам осталось всего лишь, ребята, 5 ДНК. То есть 2 попытки набрать по 850. И все, и самое сложное, как говорится, будет сделано. Потом нам надо будет вот этого носорога, да, получить. И Роквелла вместе с Питом. Но это, мне кажется, будет попроще все. Так, ну что, здесь мы уровень персонажа. Подожди, нам надо идти теперь на арену. Нам надо теперь идти, хотя подожди. У нас еще 27 сыра есть. 27 сыра есть. Ну давай. А вот как. То есть не всех, да? Кого хочешь, бери. Понял. 3 волны. Давай уклонение поставим для начала. Так, я думаю, здесь не стоит тратить суперудар. Есть только суперудар от Донателло. Да, это можно будет. От Донателло, что от другого, что от одного, что от другого. Можно потратить. Так, вторая волна. Ага, вот они, стоят. Ну, давай метеорит призовем. Это им для начала. Так-с, ну, не знаю. Так, наверное, попробуем. Вырубили карайку. И плюс летящие клинки. Так, острозуба добьешь? Молодец, Донни. Получилось у тебя все. Ну и последняя вражеская команда. Я возьму, наверное, здесь провокацию на Рафаэля. Бомбанем лучом. Ну, он лишним здесь не будет, этот луч. Хиляться нам пока не стоит. А, минус Шархан.
Так, муху вольнем или не вольнем? Минус муха, то есть хила у них больше нету. Жит, свои тут танцы-шманцы начинает мне. Мы защиту поставим на себя, дополнительную. Так. Просканировали. Просканирование, ребята, повышает крит-атаку. Как сейчас доиграешься, а? Блин, не могу попасть, прикинь. Я в шоке, я не знаю, ребята, что у него там за... Супер-пупер-турбо, блин, извините меня, уклонение. Просто, вообще. Я в шоке. Чтобы пробить его, что надо там вытворить, а? Да. Ну что, снаряжение клан фуд и добиваем, ребят. Ничегошеньки нам здесь не выпало, к сожалению. Жаль, жаль, очень жаль. $2, ну окей. Так, ну что, теперь пойдем на турнирную арену, друзья. Находимся мы в Лиге Сиунов. Нас с Лиги Мастеров скинули. Быстро довольно-таки. С Лиги Мастеров нас сдуло. Ну, пускай они здесь слишком сильно не радуются, потому что Папа Рэй сейчас вернется обратно. Только уже не на одну звездочку, а на две. Это будет им уроком, показательным. Ну, еще Армагон вытворяет. Армагон вытворяет просто супер-пупер фишки. Так, ну что? Окей, я понял, третья позиция. Так, давай-ка мне 16-22. Мне не надо 16-21. Вот, блин, было. Так, ну здесь, блин, майки. Я вижу, что он 67 уровня. Я вижу, ребята. Ну а что делать? Ну вот взял я Ваньку. Мы знаем, что Ванька у нас отстающее звено. Но Армагон, Армагон-то ведь не подведет, ведь так? Видишь, не подвел. Ну здесь уже, а здесь уже, естественно, подлетает Ванька. Ваньки инициатива здесь против Рокстеди нормально еще тянет. Ну вот мы и вернулись в Лигу Мастеров. Так, в Лигу Мастеров мы вернулись. Так, давай поехали. Раз, два, три. Зэк, отвали. Да отвали ты, говорю. Ну, я думаю, что эти ребята не подведут нас. Не посрамят, так сказать, нашу команду. Так, уклоняху поставим. Вот, и это... Так, подожди. Ну да, возьмем провокацию на всякий случай. Пускай Рафаэль берет на себя все тяготы, как говорится. Минус один сразу же. А Мондагека, причем у него, ребята, автоматически у него сработала уклоняшка. То есть это пассивка, я так понимаю. Раз автоматически повесился на него, видимо. А может быть, кто-то из них имеет такую пассивку. Тоже как вариант, может быть. Воу-воу-воу-воу-воу, парень, положь. Вот это, Дарья, вот это он, блин, смял, ты прикинь? И я даже не ожидал. А кого это он у нас? Донь. Так все равно, ты прикинь, он 60 уровня, а это 68-го. На 8. Он просто его сдул. Как будто он не на 10 уровней, на 8, а на все 20 его был круче. Вот это да, вот это, ребята, Уэлсон, блин, вот это звезданули. Слушай, может быть, нам не надо этого взять, брать. Слушай, Крынк, я думаю, наверное, справится с 67-ми уровнями сам. Один. Своим супер ударом, спешлом, так скажем. Ну-ка, проверим. Твою налево, а. Угу. Так, Маузера давайте. Не подведите. Молодцы.
Они какие-то акробаты, ё-моё, я смотрю. Они вон любят это, акробатические трюки-то ставить здесь. Собираться воедино в какую-нибудь ерундовину. Так, с 83-го места мы переходим на 72-е. Угу. На 72-е. Ну что ж, давай. Возьмем Бакстера и возьмем... Ну, пускай будет Зэк. Бакстер и Зэк. Вот такая вот у нас будет парочка здесь. Я в Зэке-то не сомневаюсь, что он будет отходить первым. А вот Бакстер как там себя поведет. Главное, чтобы морозилка не успела хильнуться. А то все это на смарку будет. Окей, до свидания. Нормально, Бакстер не подвел. А ведь, а он мог, мог бы, ребята. Как в тех сериях, вспомни, я его жду, когда он там сходит, а он сам последний сходил из всех, кто туда этого был, блин. Так, ну что, берем Кожеголового, берем здесь Макмана. Кожеголовый и Макман. Хотя, мне кажется, здесь одного бы Кожеголового, наверное, хватило бы, сейчас проверим. Он же все равно здесь будет ходить первым. По инициативе он будет быстрее Макмана, по-моему. Ну-ка. Нет, ребят. Не хватило одного Кожеголового. Хотя уровень у них не 70-й пока. Он приближен, конечно, 66-й, 67-й, 68-й. Но не 70-й. Вот такая вот проблема. Дилемма. Так, уже 17-23 нам дают. Так, ребят, я возьму Кожеголова. Ой, Армагона. Все, уже один он здесь не справится. 72-74 уровень, ребята, уже начинается выступать против нас. То есть чувствует, да, что мы приближаемся к топчику. Ну и, соответственно, начинает накидывать. Накидывать довольно сильных противников нам. Причем так рано и так быстро. Да, видишь, он не справился, Армагон. Но здесь он и не должен был справиться, если честно. Он до 70-го уровней всех, ребята, ложит, а дальше уже... А дальше уже вот нет соединения. Давай посмотрим, я надеюсь, оно быстро у нас подключится. Да, быстро подключается, переподключается, скажем так. Ну, а мы продолжаем. Так, с 51-го места мы переходим на 39-е. То есть, ну что, еще, наверное, пару боев, и мы... Мы перейдем в этот, в новую лигу. Так, Армагон, пускай будет он, наверное, со слэшем. Армагон и слэш. Я слэша так еще, ребята, и не понял. Вот, если честно, по его инициативе, насколько он хорош, насколько он плох. Знаю только одно, что вот этот удар его круговой пока он не особо меня как бы радует. Вот он здесь вот вообще ничего не сделал. То есть Бибоп как стоял, он даже по нему как будто не попал. Даже не было урона прописано. То есть как будто промахнулся. А с чего вдруг? На нем дебафов никаких не было, он просто промахнулся. Так что нахваленный его удар вот этот круговой, он себя не оправдывает. Я, кстати, заметил, что многие персонажи... Вот вы, например, пишете, да, прокачай змею Карай. Я больше уверен, что если я ее прокачаю, ребят, даже по фулке, да, это, то у нее вот этот вот крик, который она делает, дьявольский, он мне ровным счетом никаких улучшений не даст. Это у нас из ряда, знаешь, кого? Из ряда Джастина. Вот мы Джастина с тобой прокачали в свое время, помнишь, да? Вы тоже говорили, Джастин, ну мы его прокачали. И что? И что по итогу? Да, он 100-й уровень, он в платиновом ранге, он прокачан по 6 ступеней по скиллам. И что? Он как был ватником, он так ватником и остался, ты понимаешь? Он остался просто ватником. Ничего, ребята, не поменялось в лучшую сторону. Абсолютно. Он может выступать против довольно слабых персонажей. Я не спорю, да, он там может выступать. И все. Только против слабых персонажей он выступать и может. Если взять наравне 80-х уровней, его там просто порвут, загасят моментально. Даже пикнуть не успеет. Вот я к чему говорю, ребят. Так что вот мы даже убеждаемся, вот слэш, да. Ну я не знаю, мы еще, ребята, пока его оставляем, ну, в такой зоне комфорта. Но если он и на 100-м уровне будет такую же дичь вытворять, то
Вы извините, да. Это даже будет хуже, чем мой неверный дивизион. А такой есть у меня. Вот, так что, ребят, как бы надо тоже качать персонажей с умом. Есть стопроцентные, гарантированные, ребята, бойцы, за которых можно ручиться. Стопроцентно гарантированные бойцы. За них можно ручиться, как говорится, ну, как на себя, ё-моё, которые тебя не подведут. А такие, как Джастин, Железноголовый, да, вот такие вот. Это, ребята, они хоть и топовые бойцы, но все-таки относятся ко второму сорту. Мне вот лично даже кажется, что Карайка вот эта, будь она прокачана до 100 уровня, и если сравнивать ее, наверное, со Слэшем, то мне почему-то кажется, что Карайка будет лучше, быстрее и практичнее. Но это чисто мое мнение. Я не знаю, как оно будет на самом деле, потому что бойцов у меня таких пока еще прокачанных нету. Я не могу ни с чем сравнить. Это просто предположение на будущее. Но в дальнейшем мы, конечно, сможем все сравнить. Мы и до кроликов, ребята, скоро доберемся и посмотрим, насколько они хороши, как вы писали. А писали о них именно вы. Что кролики — это топовые персонажи, которые там, рулят там чуть ли, я не знаю, как боги. Типа он наносит урон чуть ли не сильнее, чем Крэнк и Супер Шреддер вместе взяты. Обязательно проверим, обязательно затестим, и никуда это все от нас не денется. И, как говорится, будет все воочию видно, кто все-таки прав, а кто не прав. Так что дождутся они, ребят, своей очереди все. Даже тот же самый Крысиный Король, мне кажется, ребята, будет и то сильнее, чем Слэш. На сотки. Я сейчас беру только сотый уровень, ребят. А не то, что сейчас происходит. Так, ну что, давай возьмем, наверное, вот этих вот ребят. У нас откаты еще есть, слава богу, но мало их. Их у нас очень мало откатов становится. И к тому же там персонажей-то очень много еще отыгрывать. Ну, возьмем, если что, по две каточки будем, да? По два отката брать. Ну, просто вынужденная такая мера, так скажем. Будем брать и тогда отыгрывать. Потому что другого варианта все равно нету. Отыграть бойцов как бы надо. Глядишь, может быть, и в Лигу Мастеров 3 звезды залетим, кто его знает. Такое тоже может быть. Так, ну вот тут опасно, ребята. Тут, конечно, опасно брать одного Армагона и вместе с ним кучу вот этих вот слабых бойцов. Вот, видишь, сейчас Армагону будет легко их добить всех. Потому что он отнял ровно то количество здоровья, сколько нужно для того, чтобы просто их полностью добить. Вот и все. Так, ну а мы двигаемся дальше. И думаю, 62-я там будет. О, 59-я. Так, 17-24. Это высшая, ребята, лига. Ой, высшая лига. Высшее количество кубков. Ты посмотри, сколько у нас еще. Ё-моё. Да нет, Рафаэль, ты подождешь. Ну давай, доиграем Шреддером. Там еще хватит накаток 5 у нас бойцов, я так понимаю. 5 по 2 десятку. Ладно, придется потратиться, ребят. Ну, я имею в виду по 2 отката. То есть 10 откатов придется просто слить. Ну а кто сказал, что будет легко? Мы хотим с тобой и в Лиге Мастеров сидеть в топчике, да, и при этом ничего не тратить. Нет, ну можно, конечно, подождать до завтра, но нас опять сбросят. У нас опять сбросят с тобой до Лиги Мастеров одна звезда, и мы опять так же будем пыхтеть, карабкаться. Это просто неизбежно. Просто неизбежно будет. Раз, два, три. А так вот по 3 будем тратить с тобой, по 2 отката на 3 персонажа, и все, и... Может быть, каким-то образом и доберемся все-таки. Так, погнали. Не то. Эй, твою-то... Вот чмохи, а, ребята. Ты представляешь, ну вот... Вот такие вот эти вот... Два раза с какого-то перепуга. Кто на них повесил дабл-атаку, а? Скажи мне.
Я не знаю. У кого-то сработала, видимо, пассивка на две атаки. Раз он начал два раза бомбить по нам. Хмырит это, да? Вот такие вот дела. Очень интересно. Ну, здесь вы уж извините, но с полтыка пройдем. Так, и добивка. И ничего им тут уже, конечно же, вот здесь им ничего не поможет. И по скорости у нас здесь команда очень хороша, и все как надо сделали. Ну да, что-то мне подсказывает, что мы, скорее всего, зайдем, успеем зайти с вами в лигу. Так, поехали. Армагон. Одного Армагона уже будет мало, да? Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем, будет нормально. Поехали. Угу. Постепеночку повесил, молодец. Ну и пробивка, само собой, от Армагона. Как ее, извините меня, игнорировать нельзя. Не знаю, я после черепашек, ребят, попробую еще раз зайти в дракону всадник Иолуха, но что-то мне кажется, что не получится сегодня. Не мой, так скажем, день, да? Лаурита. Ох, какая Лаурита. Ох, Лауритушка там сидит. Лежит, точнее, да? Лежит. Ну, сейчас мы Лауритушку положим куда надо и как надо. Так, Усаги. Угу. Ну, давай, Армагон. Дело за тобой. Изи. Изи-пизи. Шпарим дальше. Ну. Вчера, друзья мои, блин, такой, что там, говорил такой. Думаю, дай-ка прилягу. Хоп, прилег. И нормально тогда трех лочи щеманул, блин. Потом опять в три ночи встал и ходил, маялся. Думал, что делать, что делать. И не знаю, просто вот валялся в планшете там сидел. В общем, дурью маялся. Но зато так смачно поспал. Прям душевно. Так, ребят, я даже не знаю, стоит ли нам следующую катку-то заводить. По идее, два бойца. Ладно бы один там был, но тут два. Я даже и не знаю, как-то. И не хочется тратить эти откаты. Понимаешь, Секёш? О чем я? Тич. Улетели. Улетели эти паршивцы, все. Все разлетелись то куда. Так, ну что, ребята, значит, будем отыгрывать, раз нам не хватает там совсем чуть-чуть, чтобы перейти. Берем Армагона. Возьму Леонардо. Возьму вот так вот. И вот так. А завтра, я надеюсь, мы все-таки возьмем уже топчик. Но это надеюсь. Надеяться, как говорится, не вредно, да? Это никто не запрещал. Фига себе. Карайка сходила первой. Ну, правильно, 79-й ранг, ребята, она сходила первой. Она переплюнула Армагона. Она переплюнула Крынга. Как тебе такой расклад? Вот и я о том же. Ну что, друзья мои, вот мы сегодня так с вами немножечко хорошечно поиграли. Так, теперь давай-ка мы... Да, хватит нам. Ну, слэш, давай. Так, он 85 уровень. Нас завтра он получит 86. Это гарантированно. Получится. И все, ребят, все. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.